читай литературы в группе 102. Заходи. Дима, извини, что я ни в кокошнике, ни в вечернем платье. Я не знала. Практически не соответствую твоей красоте, не зубали, извини. Дима пришел. Сам пришел. Ой. Дим, даже не представляешь. Сегодня напьюсь. Ой, думала, все, праздники закончились. Опять гадство напьюсь. Димка, а что случилось? Что ты пришел? Не, просто на улице холодно, чисто погреться. Дима, а зачем ты пришел? Скажи мне, пожалуйста. Учиться пришел. Димка, придется и завтра напиться. Димка, я ж так сопьюсь. Все, а женский алкоголизм, он неизлечимый. Димка пришел. Ничего себе. Совостик. Я, Димка, все думала, делать мне татуировку или нет. Я теперь знаю, сделаю, даже знаю, что. Димка Совостиков. На левом предплечье, ближе к сердцу. Причем крупненько так. Но только не знаю, готическими буквами или русскими. Надо через дефис сначала готику тисну, а через дефис русский алфавит. Он Тёмка завидует. Он думал, что я напишу все-таки байшев. Нет, Тёмка, извини. Ты меня фотографируешь? Нет, снимай на видео. В Ютубе выложи и напиши. Не, ВКонтакте, ВКонтакте. И напиши. Радость преподавателя по поводу захода ученика. Я это так там не слышно, чем на видео. Все, Тём, выключай. Я и так уже...